Еду тем, кто сейчас на передовой, привозят сразу несколько альметьевских кафе. Идея появилась у Управления экономики, промышленности и торговли исполнительного комитета. На предложение откликнулись 10 заведений города. Предприниматели привозят обеды врачам центральной районной больницы, тем, кто сейчас находится на рабочем месте круглосуточно. Сейчас наши врачи альметьевские особенно нуждаются в нашей поддержке и в нашей помощи. Нам действительно нужно помогать тем, кто заботится о нас и остается тружениками своего тыла в это непростое время. Инициативу предпринимателей оценил и глава района Тимур Нагуманов. Он поблагодарил сотрудников кафе во время прямого эфира в Инстаграм. Предприниматели активно включились в волонтерскую деятельность, в поддержку. Вот есть примеры того, что несколько кафе, ресторанов города, такие как «Саюри», «Додо Пицца», «Рок-н-роллы» и «Операции И» сегодня уже поставляют готовые продукты и готовые блюда нашим врачам и медикам. Я хочу сказать огромное спасибо всем предпринимателям, кто включился в эту работу, и призываю всех тоже подключиться к всевозможной волонтерской помощи и поддержке. А владельцы одного из магазинов решили помочь волонтерам, которые сейчас доставляют продукты пожилым. Для них они собрали наборы, куда вошли маски, нарукавники, перчатки, антисептики. 30 наборов предприниматели отвезли в Управление социальной защиты. Для того, чтобы наши дорогие, уважаемые волонтеры были максимально защищены, мы решили помочь небольшим количеством антисептиков, перчаток и сопутствующими средствами защиты. И я призываю всех предпринимателей и владельцев таких же магазинов, как у нас, помочь сейчас в данное нелегкое время тем, кто в этом очень нуждается. А кафе «Райский сад» организовало доставку продуктов нуждающимся. Это одинокие пожилые люди, инвалиды, матери-одиночки и другие. Добровольцы отвезли наборы двум семьям. Завтра планируют отвезти еду еще 8. А тех, кому нужна помощь, сотрудникам кафе сообщают Управление соцзащиты и другие волонтеры. Призываем каждого, кто сейчас может в этой непростой ситуации, оказать помощь, оказать поддержку инвалидам, пенсионерам, малоимущим семьям, которые нуждаются в продуктах питания, в каких-то таких мелочах, которые мы можем дать. Тимур Туманов, Татьяна Леонтьева, Альметьевск ТВ.